Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі телеканалу Миколаїв програма «Точка зору депутата». В гостях в студії телеканалу Миколаїв перший заступник голови Миколаївської обласної ради Іван Кухта. Доброго вечора. Добрий вечір. Іван Васильович, уже на протяжении 3 месяцев ви на должности первого зама главы Николаевского областного совета. Какие задачи вы для себя ставили, когда вас выбирали на эту должность? Что сегодня удается легко, над чем сегодня нужно работать? Акценты какие вы для себя расставляете? Ну, прежде всего хотелось помочь Виктории Викторовне сконсолидировать депутатский корпус. Насколько удается? Очень сложно говорить. Тяжело. Тяжело. В чем все-таки должна быть вот эта ваша сила для того, чтобы собрать всех депутатов? Вот, скажем, есть 8 фракций, есть 2 депутатские группы, сформирована депутатская группа во главе с Юрием Кормышкиным. Это позволит еще больше консолидировать депутатский корпус? Скажем, часть депутатов вошла в одну группу, часть вошла в другую группу. Между собой как они будут сотрудничать? Я бы немножко вас поправил, в какой части? В той части, что есть одно межфракционное объединение, да, и есть, ну, будем считать, группа, группа, которую создал на базе нашего края и блока Петра Порошенко, создал Юрий Анатольевич Кормышкин, был инициатором создания такой группы. Но пока она не зарегистрирована, у нас по регламенту областного совета у нас депутат может быть либо во фракции, либо в депутатской группе, и никак иначе, не может быть в двух объединениях. Да? Вот, поэтому я думаю, все депутаты находятся во фракциях, работают во фракциях. А уже какие-то объединения, ну, они помогают, наверное, консолидировать и общаться между собой более тесно. Еще одна форма, которая была возвращена не так давно, это День областного совета. Больше узнают проблемы депутаты, находясь на выезде в районе. Был выезд в Очаковский район. Знаем, что в ближайшее время готовится выезд в Кривозерский район. Это еще одна форма консолидации депутатского корпуса. И о каких проблемах там удается узнать на местах? Это форма общения, наверное, с районами. Это прежде всего было направлено на помощь районам, все-таки помочь, услышать их проблематику, побыть на местах в их проблемных участках, скажем так, и уже здесь, в области, вместе, ну, вот, общими усилиями всего депутатского корпуса помочь решить проблемы того или иного района. Вспомнив Очаковский район, над какими вопросами вам удалось поработать, с кем вы там пообщались, и сегодня те вопросы, которые подымались, они остались актуальны или уже не решены? Очаковский район, он, в основном, основная масса была уделена ОТГ. Созданию мы изучали их проблематику. Знаете, скажу немножко, может, больно, грубо, но ОТГ просит, пожалуйста, не сильно мешайте. То есть они вот мы создались, мы работаем, мы идем вперед. Вот, главное, чтобы не мешали. Снегирёвский район. Вы депутат областного совета по Снегирёвскому району. Опять-таки, если мы будем говорить о формировании объединенных громад, ваша точка зрения, ваше видение. Сегодня кто-то говорит о том, что должен быть один район, одна громада, да, то есть формула формирования объединенных громад. Есть видение в районах, когда люди объединяются по той формуле, по которой им, скажем так, экономически и социально выгодно. Как вы считаете, все-таки что должно быть? Должно происходить дробление района на несколько таких удельных, если так можно говорить, княжеств или удельных громад? Или все-таки нужно объединять в один район одна громада? Ну, для чего-то эти районы были объединены, да? Для того, чтобы у них была совместная больница, для того, чтобы в этом районе была милиция, да? Для того, чтобы органы правоохранительно работали вместе. Поэтому я думаю, что идея объединения самих районов ранее, которая была, да? Она была правильной. На сегодня не считаю, что есть правильным, и руководство областного совета придерживается той мысли, что должен быть один район, одна громада. Вот. Но если та или иная громада изъявляет желание объединиться и развиваться вот небольшим, скажем так, территориальным устройством, ну, мы не против, конечно же. Это их право, у нас сегодня добровольное объединение. Поэтому
Если есть желание, если они видят. Наша задача помочь им и объяснить, потому что, может, где-то не все понимают, с какими сложностями, трудностями потом придется столкнуться в процессе работы, в процессе уже после объединения. Да? Вот наша задача состоит в том, чтобы им помочь, объяснить, в том числе и на цифрах, какие у них будут бюджеты, из чего они будут исходить при формировании потом своего бюджета и как они будут развиваться, и будет ли вообще развитие. А может, есть такие громады, которые объединились, а уже вот как бы особо развитие и стратегии вперед у них нет и не может быть, и им надо будет подсоединяться к более сильной громаде или же там, к району в общем в целом. В подвязке, в продолжение темы формирования объединенных громад, депутатский корпус Николаевского областного совета уделяет большое внимание. Сегодня это формирование госпитальных округов. Проблема, связанная непосредственно с административной вот этой реформой. Была встреча с паном Юрием Ганущаком, потом было заседание депутатской комиссии. Есть точка зрения, что то, как предлагалось областной администрации и управлением охраны здоровья, это 4 госпитальных округа в Николаевской области. После того, как депутаты внесли некоторые рекомендации, все-таки сошлись на том, что будет 4, или ваша точка зрения, должно быть 4 или все-таки больше? Моя точка зрения 4. Мы вместе с аппаратом очень долго прорабатывали, рассматривали разные варианты для того, чтобы, может быть, мы найдем какую-то другую форму. Да? Или же форму этих 4 округов, либо же, может, это будет больше, может, это будет 5 округов, да? Как предлагал, например, Очаковский, Березанский район. Вот, но все-таки рассмотрев, пересмотрев, вникнув больше в проблемы каждого района, каждой центральной районной больницы, мы все-таки остались на форме, что вот 4 района, 4 округа должно быть в нашей области. Единственное, что они немножко видоизменились. Я думаю, что они будут еще в процессе меняться. В процессе будут видоизменяться, потому что, ну вот, по примеру Березняковского района, да, они изъявили желание на сегодняшний день войти в округ с центром в городе Николаеве. И мы их прекрасно понимаем, потому что сообщение сегодня с госпитальным округом с центром в Новом Бугеле в Баштанке для них проблематично, потому что нет нормального сообщения. Да. А поехавшие в объезд, скажем так, они потратят гораздо больше времени до Баштанки, нежели проезжая рядышком возле Николаева, заехать в центр в городе Николаево. Поэтому на сегодняшний день так. Я думаю, что все-таки дороги у нас в Николаевской области, как и в целом в Украине, отремонтируют. Ну и тогда уже Березняковато, думаю, с удовольствием присоединиться к госпитальному округу Баштанка, Новый Буг, Казанка. И для людей в целом будет, я думаю, лучше и легче. К вопросу дорог мы еще вернемся, а вот что касается медицинской реформы. Сергей Танасов, глава Березянской администрации, обращался с вопросом во время и комиссии, и сессии касательно того, что на время курортного сезона количество людей очень стремительно возрастает. Это касается Березанского района, Очаковского района. И, возможно, такие больницы, как в Березанке и в Очакове, нуждаются в каком-то специальном статусе или все-таки формировании отдельного госпитального округа. Пойдет ли на это Киев и готов ли будет депутатский корпус из-за того, что есть проблема, опять-таки, соединения, связи с городом Николаевым, это вот мост через Варваровский мост? Ну, я честно, очень многие говорят о проблеме Варваровского моста, но я не вижу в этом проблемы. Настолько часто у нас разводится Николаевский и Варваровский мост, чтобы делать госпитальный округ номер 5 с центром в городе Очакове. Ну, это первый вопрос, да, наверное, или ответ. Госпитальный округ номер 5, если его так можно назвать. Где он будет? С центром где? В Очакове? В Березанке, если мы говорим о курорте. Как доехать из Березанки, ехать в Очаков? Им проще и быстрее они доедут в город Николаев. Если делать центр в Баштанке, в Березанке, из Очакова ехать в Березанский район, я думаю, тоже гораздо быстрее и проще будет доехать, потому что там же прямого сообщения нет, в любом случае надо выезжать на трассу и ехать дальше к Березанке, да, проще уже приехать в Николаев. Если говорить о сезоне, о курортном сезоне, сколько он?
Два месяца? Три. Ну, практически два, да, с половиной. Да, плюс три. Два-три месяца. Плюс три, да, месяца. И потом количество людей уменьшается. Скажите, пожалуйста, да, как сегодня, имея очень большой кадровый голод в части докторов в самом городе Николаеве, как уговорить доктора уехать в Очаков, три месяца проработать во время курорта с большим наплывом, если он будет, да? Я думаю, что люди, которые, ну, будут, конечно, однозначные, есть, как и сейчас, есть случаи и отравления, в основном, наверное, это отравление, это может быть какие-то там ушибы, травмы, да. Вот. Если человек болен, я думаю, он не едет на море, а находится дома под, наверное, каким-то лечением у своего непосредственно доктора, да? Что делать потом докторам? Остальные 9 месяцев, 10 месяцев, что им делать? То есть все-таки формирование лучше на 4 госпитальных округа. Вы держали на контроле, опять-таки, вопрос Снегиревской районной больницы. Там была проблема, которая касалась отделения гинекологии, акушерства гинекологии. Что на сегодняшний день? Проблема остается. Опять же, кадровая проблема. В Снегиревском районе очень хороший роддом. Очень хороший. Там сделан новый ремонт. Но нет докторов. Кому принимать роды? Вот мы все, опять же, мы все равно приходим к кадровому голоду. У нас нет докторов. Глава администрации, главврач, представители депутатского корпуса, они работают над тем, чтобы каким-то образом заинтересовать? Скажем, один из элементов заинтересовать – это обеспечение жильем, это предоставление вот постоянного рабочего места. Готовы они к этому или нет? Готовы. В городе Снегиревке на сегодняшний день есть жилье для докторов. Ну, как минимум, одна квартира у нас пустует. Но надо сегодня уговорить доктора приехать в район. В любой район. Снегиревский, Березанский. В любой район надо уговорить доктора. А видим, что есть кадровый голод в центре, в областном центре, в городе Николаеве. Поэтому, я думаю, для любого доктора... Выражаясь спортивным языком, селекция производится. То есть, работают в профильном направлении представители центра занятости, возможно, Снегиревского районного центра занятости. Опять-таки, представители районной власти с тем, чтобы заинтересовать молодое поколение. Вот сегодня выпускаются ученики общеобразовательных школ. Они поедут учиться для того, чтобы сделать, скажем, или госзаказ, для того, чтобы потом вот этот вот выпускник высшего учебного медицинского учреждения вернулся к себе же в район. Ну, работа однозначно проводится, но вопрос же в самом ученике, в самом студенте. Є в нього хист, чи нема в нього хиста до медицини, да? Если он хочет быть доктором, я думаю, желание плюс... Мы же понимаем, насколько у нас дорогое обучение сегодня, поэтому... Все это проблема. Все это оказывается вот в конечном результате, это все проблематика с кадрами. Снегиревский район. Вы работаете как депутат областного совета на этом округе. С чем сегодня сталкиваются там очень часто жители? С какими вопросами? Коммунальными, социальными? С чем они к вам чаще всего обращаются за помощью? И что удается решить? А над чем все-таки нужно работать, скажем так, совместно с депутатским корпусом? Ну, первый вопрос, который задают, это когда будет дорога на Николаев. Это первый вопрос. А основное, с чем уже люди приходят непосредственно, обращаются, это, конечно, очень много людей с болезнями, очень много людей больных. И вот медицина, она сегодня очень востребована, скажем так. Они хотят, чтобы я осталась больница в районе. Они хотят, в то же время хотят очень хорошего лечение, то есть хотят, чтобы лечение было качественным, а это проблема. Дороги, поскольку мы уже заговорили о дорогах, глава областной государственной администрации говорит о таможенном эксперименте. Если будет его реализация, определенная сумма денег будет. Будет ли возвращаться депутатский корпус к проекту прошлого года, это софинансирование с громадами? Впервые тогда была предложена такая схема, когда районы, сельские советы выделяли софинансирование на ремонт не только своего местного значения, но и государственного, там, регионального, государственного значения. Сегодня будет ли депутатский корпус обращаться с такой же просьбой для того, чтобы также выделялась какая-то определенная сумма денег? Но в этом году мы выделили 57 миллионов, еще в марте месяце. Видим, что глава областной государственной администрации недавно подписал это распоряжение по распределению средств.
В этом году мы сработали. Плохо, что деньги прошлого года вернулись обратно и не были использованы в полном объеме, в том, котором выделили их. И в частности, я, как депутат областного совета от города Снегиревки, немножко пострадал от этого, потому что была необходимость в софинансировании. Мы приезжали вместе с остальными депутатами областного совета на районную сессию города Снегиревки, Снегиревского района, уговорили депутатов поучаствовать в софинансировании. В принципе, не уговорили, они согласились, понимая, что проблема действительно острая на сегодня. Но деньги не были использованы однозначно не по вине областного совета, потому что то, что мы должны были сделать, мы сделали. Мы сделали впервые, выделили на условиях софинансирования, на ремонт дорог. Ну, так вот служба автомобильных дорог сработала негативно, отрицательно, поэтому мы оказались с вами виноватыми, потому что опять-таки, делегированы. Неоднократно обращались с просьбой к представителям исполнительной власти в Киеве, для того, чтобы сюда приехали представители Мининфраструктуры, Кабинета министров, возможно, Верховной Рады Украины. Реакции не последовало. Будет ли еще раз депутатский корпус обращаться, если, скажем так, опять не будет освоения денег, те, которые будут выделяться на ремонт дорог? И готовы ли депутаты, опять-таки было такое предложение провести выездное заседание сессии областного совета в городе Киеве? Ну, в прошлом году... Возможно, это радикально. В прошлом году министр инфраструктуры Амиран приезжал к нам. Дало ли это результат? Ну, наверное, не дало. В то же время деньги-то у нас были, но мы их не использовали. Наверное, скорее всего, сработали здесь. Служба автомобильных дорог сработала просто плохо. И дороги не были отремонтированы в том объеме, в котором у нас были средства. Относительно выездной сессии, я имею надежду, что все-таки нас услышат. Что нашу боль Николаевской области, это дороги, я думаю, что в министерстве нас услышат, и все-таки в этом году общими усилиями сможем какую-то часть дорог отремонтировать. Коммунальное предприятие, вот опять-таки в продолжение темы дорог, сейчас передают часть каких-то функций, полномочий, денег, передают на вновь созданную структуру, которая предложена областной государственной администрацией, это еще одно коммунальное предприятие. То же самое касается и международного аэропорта Николаев, когда поделили, два создали предприятия, осталось коммунальное предприятие международный аэропорт Николаев и еще одно вновь создано для того, чтобы все-таки предприятие заработало. Это даст положительные какие-то сдвиги, результаты? Вот ваша точка зрения. Я считаю, что есть УКС, надо делать все, чтобы он работал. Пусть работает. Есть проблема, надо помогать вместе решать проблему его, а не создавать что-то новое для того, чтобы потом героически решать или же не решать проблему, а создавать еще что-то новое. У нас есть органы, которые работают. Относительно аэропорта, я думаю, что когда у нас нет дорог автомобильных, то может быть, рановато еще нам летать, нет такой потребности, ввиду того, что аэропорт Николаев в лучшие, наверное, свои годы ранее был дотационным. Я бы уделил больше внимания все-таки дорогам, путям сообщения. У нас Николаевская область, портовая область, да, очень много портов. Мы развиваемся, видим, что грузопоток в области с каждым годом увеличивается, увеличивается очень стремительно, поэтому в этой части надо работать. Я предлагал ранее и буду стоять на том, что все-таки мы должны делать какой-то отстой для грузового транспорта. Так как область портовая, это может быть и опять же на базе коммунального предприятия. У нас ранее было в областном совете коммунальное предприятие по транспорту. На сегодня он находится в стадии ликвидации. Можно разговаривать, можно думать, и мы сейчас рассматриваем, ищем, как можно было бы возродить коммунальное предприятие по транспорту, сделать отстой для грузового транспорта, может быть, где-то в районе Сандоры, в Витовском районе, и тем самым наполнять бюджет области и упорядочить грузопоток транспорта, убрать транспорт грузовой с города Николаева. Может, это будет совместно вместе с городом,
Я вижу, Сенкевич тоже изъявляет желание, он видит в этом действительно проблему, и не понаслышке, он в прошлом году очень много внимания уделял разводке транспорта, скажем так, если так можно сказать, да, потому что очень много обращений людей, очень много жалоб, что транспорт стоит в городе, блокирует, людям мешает жить. И в конце программы, сегодня над чем вы будете работать, основные вопросы и акценты, которые вы для себя расставляете, опять-таки? Улучшение инфраструктуры области, работа в депутатском корпусе, работа вместе с областной государственной администрацией. Ее надо налаживать, как бы там ни было. Отношения на сегодня очень сложные, очень тяжелые, но для того, чтобы наша область двигалась вперед, нужен диалог. Нужен диалог, конструктивный диалог. Поэтому, ну, это основное, то, с чем сегодня мы плохо, но столкнулись. Очень плохо. Благодарю, что сегодня были в нашей студии. Нагадую, ми спілкувалися з першим заступником голови Миколаївської обласної ради Іваном Куфтою. До зустрічі в ефірі. До свидания.